Суббота для молодежи города выдалась просто замечательной. Свежий воздух, отличная погода и просто нереальной красоты горы. Сегодня спортивных ребят ждет скоростной подъем в гору Скайранинг. Для забега в гору организаторы выбрали непростую вершину. Гора Альтус в живописнейшем месте Сайрам-Угамского национального парка имеет высоту 3200 метров. До финиша ребятам нужно будет не просто добраться, а добежать на скорость. Цель этих соревнований – это популяризация именно активного отдыха. Наш туроператор Жанат Алап большое внимание уделяет именно развитию внутреннего туризма. И задача этих соревнований – как можно больше горожан привлечь, чтобы они увидели наши красивейшие места, чтобы они полюбили природу. Только тогда, как можно больше наших жителей, наших горожан полюбят свою природу, тогда действительно мы можем говорить о развитии туризма в Южно-Казахстанской области. Покорить Альтус сегодня решили больше 100 участников. Это спортсмены, воркаутеры, кроссфитеры города, велосипедисты, легкоатлеты и просто те, кто захотел преодолеть себя и показать, на что он способен. Одолеть расстояние до вершины участники решили по-разному. Многие на самом деле добирались до вершины бегом. Спортсмены говорят, на природе бежится легче. Очень тяжело, тем более я первый раз хотела попробовать. Мне тяжело, я, кажется, последнее стартанула. Очень красиво, очень свежо, тепло, солнце не печет. Всем рекомендую. Ох, как пробежка. Тяжело? Да. Ну, да. Надо держаться. Я буду первой. Другие же участники решили пройтись почти прогулочным шагом и насладиться красотами Сайрам-Угамского национального парка. Так поступила и я. Ну что, это дневник путешественника. Здравствуйте. С вами Алла Фисенникова. Знаете, что я вам могу сказать? Я еще не дошла до горы Альтус. Мы просто идем до пересеченной местности. Я уже начинаю. У меня уже появилась одышка. Я уже вспотела. А я скажу вам, люди, занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом, чтобы вам не было так тяжко, как мне. Кое-где я даже решила присоединиться к бегунам, но быстро откинула эту затею. Я тоже сегодня решила пробежаться. Немножко, правда, совсем. Все. У меня хватит сегодня активной деятельности. Пойду обратно. А вот мой оператор решил пробежаться с участниками. Его спортивное рвение породило вот такие красивые кадры. Дар, вы куда? Вы будете первыми, я вас уверена! На гору мы, увы, не поднялись. Все-таки для неподготовленного скайранера такие перепады высот очень сложны. Но ребята, которые покорили Альтус, прислали нам видео красивейших видов с вершины. Человеком, который покорил вершину и добежал до финиша за рекордное время 1 час и 5 минут, стал постоянный победитель соревнований по скайранингу Абдуасет Малик. На вид и не скажешь, что этот молодой человек настолько выносливый. Однако его результаты уже никто не назовет случайностью. Победители сегодня наградили денежными призами и подарками. Я очень счастлив, что победил сегодня. Моя тактика – это чередование. Я бегу 100 метров, 100 метров отдыхаю, поэтому и выиграл. Одним темпом бежать – это плохой вариант, быстро расходуются силы. Но сегодня еще экономил энергию, не сильно выкладывался, потому что меня ждет предстоящий скайранинг в Алматы. Я занимаюсь легкой атлетикой, скайранинг как хобби. Ну и у меня уже третий раз, как я первая туда на финише. Ну, высота нормальная, вообще, хорошо. Как сказать, ну не так уж сложно, но
как пример другим, пускай все занимаются спортом, здоровый образ жизни. К слову, такого скоростного забега на гору Альтус не было аж 15 лет, а все из-за сложного подъема. Гора Альтус имеет альпинистскую категорию 1Б. Организаторы же решили проводить такие забеги регулярно.